Всем доброго времени суток, друзья. Сегодня у нас видео в стиле разрушительного ранчо. Будем стрелять по металлической плите 10 мм. У нас пока три карабина. Это 410-я сайга. Патрон будет самокрутный с пулей Шар Спорт С. Потом с глушителем у нас сайга 223, то есть 5.56х45. И сайга нарезная 7.62, калибр 7.62х39. Стрелять будем с дистанции где-то 10 метров. Потому что есть опасность от рикошета, поэтому близко нельзя подходить. Так, сперва начнем с малого калибра, это у нас 410. Вот такой у нас аппарат с коротким стволом. Обязательно нужно носить очки и наушники. Потом вместе пойдем посмотрим. Так, далее у нас идет калибр 7.62х39. Патрон здесь, друзья, правильный патрон. Кто в теме, тот, наверное, понял. Так, ствол короткий, 336 мм. У нас рухнул. Пойдем поднимем и заодно посмотрим отверстие. Следующий у нас сайга 223, патрон 223 или по-другому 5.56х45. Пуля латунная, гильза латунная, это американский патрон. Специально его взял, так как есть на него надежда, что он пробьет. Вот у нас металлический лист. Сделали три выстрела. 410, 72х39 и 223. Вот такой металлический лист. Он, кто вот разбирается в сталюгах, вот, он звенит, он как в какой-то мере, короче, каленый. Ну, нормальная сталь. Вот у нас гильза 223. Вот она. Это 9.5 мм. Она в диаметре. Вот. Это единица сантиметр. То есть 410 сделал небольшой кратер с задней стороны, видим, чуть-чуть краска выпала. 7.62х39 патрон был правильный, он зашел, но не пробил до конца, то есть насквозь не пробил, сзади есть шишка ощутимая. И 223 калибр, он был фаворит у нас, как мы видим, она зашла намного глубже. Здесь сердечник свинцовый, это обычный охотничий патрон. Тем не менее, он глубоко зашел. За счет чего? За счет скорости. Скорость здесь 920-930 метров в секунду. И с обратной стороны видим, вот такой у нас образовался. Такая шишка образовалась, и краска тоже выпала. В общем, 223 выиграл, но ни одно оружие его не пробило. На этом мы не остановимся. Мы будем стрелять сюда уже другими калибрами, другими патронами, пока до конца не пробьем. Всем, надеюсь, было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите вторую часть.